Из вас уже закончил школу, кто-то готовится к учебе, кто-то ищет работу, а кто-то любовь. Мечтаете поступить в вуз? Дерзайте. Хотите найти настоящую любовь? Ищите. Помните, вы молоды, вы все можете. На сцене ансамбль гитаристов, руководитель Дмитрий Закора. Раз-два. Ручки похлопаем, да? Немножко настроимся. Все, да. Мы хотим вам сегодня реально поднять настроение. Поэтому нам надо немножко к процессу поднятия настроения. Немножко подготовиться. Раз-два. Ну, наконец-то. Наконец-то мы немножечко подготовились к нашему выступлению, которое мы хотим сделать для вас запоминающимся. Поскольку у нас сегодня два поколения ансамбля, ребята, которые сегодня начинают свой творческий путь, они впервые на таком крупном форуме. Хочу вам с гордостью представить Юлия Герасима. Поклонить вам себя. И Руслан Шайковский, наши дебютанты на этой сцене. Да, а нас с Ульяной вы уже, наверное, хорошо знаете. И вы нас хорошо знаете. И та песня, которую мы споем и сыграем для вас, вы ее тоже очень хорошо знаете. Притоп, так, ау, двое в центре. Притопываем. Так, давайте, раз, два, три, давайте. Раз, два, что-нибудь понимаем, нет? Да. А хлопать понимаем? О! Вот как молодежь воспринимает эмоциональную волну, эмоциональный импульс.
Итак, песня, которую вы все знаете. Подпевайте, притопывайте, а вот особенно те, которые в центре, прихлопывайте. Вперед! Руслан Шайковский. Так, теперь у нас небольшая трансформация. Небольшая. Небольшая, но важная. Сейчас Юлю Герасимову сменяет ее старший брат. Виктор Герасимов. А также Никита Соловьев. Они сегодня выпускники специально оставили выпускной бал в кафе в каком? В кафе «ФАМ». Сделали небольшой антракт и специально приехали к вам, чтобы... да. Сейчас, секундочку.
сейчас мы исполним песню, которая очень затрагивает проблемы молодежи, которая подчас не может сразу сориентироваться в окружающем мире и ищет свой путь. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, still swimming. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Спасибо. Where is my mind? Да, кавер группы Pixies. В этом году исполнилось бы 75 лет со дня рождения одного из великолепных певцов современности, Роберта Палмера. И в эту честь мы решили сделать кавер на одну из песен, кавер на которую сделал он у Мун Мартина. Вы ее наверняка узнаете. Пританцовывайте! Известнейший хит всех времен «Bad Case of Loving You». So
doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. No pills gonna go my ear. I got a bad case of loving you. Face. Don't make no pretty heart. I want that from the start. I think I'm cute, a little bit shy. Give me the news. I got a bad case of loving you. No pills gonna kill my ill. I got a bad case of loving you. Гитара, вокал, Виктор Герасимов. Спасибо. Бас-гитара, неповторимая Ульяна. Сегодня Никита и Витя, выпускники. Что бы вы хотели исполнить еще, ребят? Come as you are. Come as you are. Конечно, 40 лет, как уже нет, великого Курта Кобейна из Нирваны, к сожалению, да. Но песни его продолжают жить в нас и в наших сердцах. Итак, сегодня... Еще один музыкальный подарок юбилею. Да-да. Come as you are. Поехали. Никита. Давайте, да.
Давайте вместе. Разгрустнули. As you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, justice is yours, don't be late. As a friend, as an old memory, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. Memory, yeah. Come, lost in my salt and bleach, as I want you to be, as a tramp, as a friend, as an old memory, a memory, a memory. Спасибо. Виктор Герасимов, ритм, гитара, вокал. Никита Соловьев, вокал, соло, гитара. Бас-гитара, Ульяна. И мы все ансамбль гитаристов Калезинского дома культуры. Спасибо.